Punjabi Hari Nara Nama Dhanam Punjabi Hari Nara Nama Dhanam Punjabi Hari Nara Nama Dhanam Punjabi Hari Kapitana Balama Girivaranhari Kapitana Balama Girivaranhari Kapitana Balama Girivaranhari Kapitana Balama Girivaranhari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Janitai Gaura Chandra, Janitai Gaura Chandra, Janitai Gaura Chandra, Janitai Gaura Chandra, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Сарасватим ясам, татам джаям вирает. Сегодня мы читаем из первой песни Шримад Бхагаватам, глава 5, наставление Нарады, текст 8. Шри Нарада Вачам, Шри Нарада Вачам. Бхавата надита праям, яша бхагавата малам, яша бхагавата малам, ена ива сауна тушьета, ена ива сауна туши, манита даршанам килам, манита даршанам килам. Шри Нарада Вачам, Шри Нарада Вачам, Бхавата Нудита Праям, Бхавата Нудита Праям, Яша Бхагавата Малам, Яша Бхагавата Малам, Ена Ива Сауна Тушьета, Ена Ива Сауна Тушьета, Манита Даршанам Килам, Манита Даршанам. Шри Нарада Вачам, Шри Нарада Вачам, Бхагавата, Бхавата Нудита Праям, Бхавата Нудита Праям, Яша Бхагавата Малам, Яша Бхагавата Малам, Ена ива сауна тушьета, ена ива сауна тушьета, манита даршанам килам, манита даршанам килам. Шри Нарада увачам, Бхавата мудита праям, Яша Бхагавато Малам, Яша Бхагавато Малам,
Инайбасавна тушьета. Манита даршанам килам. Синарда вача. Бхаватанудита прая. Яса Бхагавата Малам. Инайвасауна Тушита. Манита Даршанам Килам. Перевод стиха. Шринарда сказал: «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной». Шри Нарада сказал: «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной». Комментарий Шрилы Прабхупады. Вечное отношение индивидуальной души с высшей душой, личностью Бога – это естественное отношение вечного слуги и вечного господина. Господь распространил себя в форме живых существ, чтобы принимать от них любовное служение. И только оно может принести удовлетворение как Господу, так и живым существам. Ученый-мудрец Вьясадева создал много произведений, представляющих собой более подробное изложение ведических писаний, венцом которых является философия Веданты. Но ни одно из них не посвящено непосредственно прославлению Личности Бога. Сухое спекулятивное философствование даже о трансцендентном абсолюте мало привлекательно, если оно не имеет непосредственного отношения к прославлению Господа. Осознание Личности Бога – высшая ступень трансцендентного сознания. Осознание абсолюта в форме безличного брахмана или локализованной параматмы сверхдуши не приносит того трансцендентного блаженства, какое способно принести высшее осознание величия его личности. Вьясадева – составитель Веданта Даршины. Но хотя он и был ее автором, это не принесло ему мира. Какое же трансцендентное блаженство могут обрести читатели и слушатели Веданты, если она не объяснена непосредственно ее автором Вьясадевой? Вот почему возникла необходимость в том, чтобы сам автор Веданта Сутры дал ей объяснение в форме Шримад Бхагаватам. Амогьяна Тимирандасям Гьянанджана Шалакая Чакшварам Милтамина Тасмам Шри Гурве Намаха Шри Читанья Манамиштам Ставитамина Бхуттале Сваям Рупакада Махьям Дадатиса Падантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипасиндубья Ивача Патитанам Паванепья Вайшнавипья Намо Намаха Джай Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шриласади Гаура Бхактавриндна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Рам Рама Харе Харе. Мамашна Падая Кришна Приштая Бадаре Шримати Бхакти Дам Свами Дивини Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарни Нирвишеша Шунивани Пашти Тяады Штарине. Шри Нарада Вача Бхавата Надита Праям Яша Бхагавата Малам Енайва Савна Ташвета Манитан Даршанам Килам. Шри Нарада сказал: «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной».
этот стих начинает наставление Нарада Муни, его учеников Шри Садава, который является воплощением Кришны. Вот, но здесь проявляется такая лила, игра о том, что Шрила Висадо не испытывал удовлетворения от составления ведической литературы. И он составил, разделил, да, четыре веды, написал Пураны и Тихасы, и написал, в числе которых, Махабхарата, Махабхарат, и написал Веданта Сутру. Веданта – это суть или конец, окончание, заключение всех вед. Веданта Сутра, она изложена в афоризмах. Но он не испытывал удовлетворения. Он чувствовал законченности, да, своей деятельности. Медитировал, молился Господу, и Господь проявился в форме духовного учителя Нарада Муни, который дал ему наставление, и сказал, что необходимо прокомментировать Веданта Сутру, собственный комментарий, где описать игры Кришны. И Ачарьи как бы говорят о том, что если, ну, сам автор, да, сам автор Висадева, он не был удовлетворен, то как же могут быть удовлетворены читатели, если он сам не может быть удовлетворен, как могут быть удовлетворены читатели? Вот. Но даже если автор может быть доволен своим произведением, каким-то произведением, вот, но если это произведение, оно является материальным, да, произведением, или даже произведением, описывающим аспекты абсолютной истины, как сверхдуши, как Брахман, всепроникающий Брахман, описывающий освобождение от страдания этого мира. Кроме бхакти, говорится, что ничто не может привести удовлетворение живому существу, потому что это его природа, да, сущность, отношения с Богом посредством любовного преданного служения. Вот. Ну и Шрила Прабхупада приводил пример, да, того, что есть у каждого живого существа среда обитания, и у рыб, например, это вода, и в своей среде обитания она чувствует себя комфортно, но если ее достать на сушу, то чтобы какие бы ей не предоставлять возможности для наслаждения, она не будет счастлива, пока не поместят ее в среду обитания. Она будет чувствовать страдания. Также среда обитания живого существа, сущность живого существа, отношения с Богом. Вот, и Бог, он может проявляться, да, приходить как святое имя и как Кришна-катха в форме рассказов о нем. Абсолютно, в абсолюте это не отличается, да, от самой личности Бога. Рассказы о нем, его святое имя, он сам, его тело, его окружение. Вот, и потом удовлетворение живому существу, счастье может принести только Кришна. Как еще приводит такую аллегорию про наше сердце, что в нашем сердце есть колодец, да, дыра, и за ней колодец, пустой, глубокий колодец. И мы можем пытаться эту пустоту чем-то заполнять,
какими-то вещами. Вот, но этот колодец, он бездонный, бездонный. Что бы мы туда ни помещали, из этого мира, пустота, она будет оставаться. Пустота, она будет оставаться. Ну, говорится, что форма, да, вот этого отверстия, это форма Кришны. Форма Кришны, да? Стоит слитой, изогнутой в трех местах. И единственное, что убрать эту пустоту, что и наполнит весь этот колодец, это если Кришна будет там присутствовать в нашем сердце. Но живые существа в этом мире, они не знают об этом, они пытаются обрести счастье, да? Заполняя вот эту, пытаются заполнить эту пустоту всем чем угодно. Начиная от каких-то грубых материальных наслаждений, да, заканчивая поисками освобождения страданий в этом мире. Но без соприкосновения с преданным им даже не приходит, не придет в голову мысль, что необходимо повернуться к Богу, повернуться к Богу, иметь отношение с Богом. Даже такая мысль, она не может возникнуть, в принципе, без соприкосновения с преданными. И это происходит по милости Кришны, по милости Кришны. И говорится, что это большая удача соприкоснуться с преданными. И в мире существует много произведений. Дальше будут вот 10-11 стихи. Знаменитые стихи Шримад-Бхагаватам, описывающие разницу между материальной литературой и трансцендентной литературой. В мире существует много произведений. Интересно, что авторы, они зачастую они, ну, пишут просто благодаря вдохновению, вдохновению, которое тоже от Бога приходит. Сами не понимаю, да, иногда очень хорошее произведение получается, но сам автор, как бы, он не думал, что вот он вкладывает туда что-то такое большое, просто ему было вдохновение, как-то писалось, все, и потом люди, какие-нибудь критики литературные, да, они изучают это произведение и говорят, что вот автор на самом деле думал показать вот такое, да, помните, вот уроки литературы в школе, что там вот пытался там разделение классовости общества показать автору, он думал об этом, вот так вот он все это. На самом деле он просто писал, вдохновленный, да? Просто из жизни в жизнь, как кто-то может желать, да, вот так писать. И вдохновение определенное, оно приходит от Кришны, талант, да? Кришна говорит, да, талант человеке. Он пишет, я помню, в 90-х годах стало выпускаться много литературы новой, ну, такая крупская там такая ярмарка, да, была, и тоже ездил покупать, там интересные всякие вот появлялись фэнтези, до этого не было, да, в Советском Союзе таких. Вот я там покупал какие-то книги, там недорого они стоили, и ну, все они не помещались на полочки, да, я подумал, что какие-то надо выкинуть старые. А старых там было всякие остатки каких-то собраний, сочинений. В советские времена собирали многотомники, да, всякие. И я смотрел, что выбросить, там выбрасывал всякие книги, я отдавал кому-то старые. И как-то у меня там стоял откуда-то 10-й том из собраний сочинений Пушкина. Ну, посмотрел, там письма Пушкина. И я подумал, что вот это гениальный человек. Еще до сознания Кришны было. Гениальный человек, такие некоторые вот стихи действительно необычные. Это удивительная личность. Что же он писал? Решил полистать. И был очень разочарован. Письма, там чрезвычайно пошлые письма были, причем такого, ну, даже ниже культурного какого-то уровня. Общение с его с друзьями, там, о женщинах и прочем. Еще какие-то тоже вещи такие
Одно письмо меня просто поразило. Там он писал про войну. Там война была в Польше, да, восстание польское. Там подавляли его Россию. Он писал, что эти поляки просто свиньи, их надо всех вырезать. Что они тут себе думают там в таком духе. Я подумал, ничего себе, Пушкин. И остальные вообще пошлые, причем пошлость такая, как описал женщины, как там разврат всякий такой. Мы подумали, как же это может сочетаться, вот гениальные какие-то стихи, да? А личность вообще, ну, отраженная вот непосредственно общение, да, с другими. Я задумался, как же так. И потом тоже знакомые ходили на встречу там с писателями современными. И они были вдохновлены какими-то книгами, их произведениями, такие очень сильные, но с этих встреч приходили разочарованные, потому что говорят, ну эти люди вообще, они какие-то вообще. Я думал, что если человек написал такую книгу, то эта личность очень такая цельная, но люди абсолютно как бы, ну, в смысле вот какой-то культуры, понимаем, просто бездарные какие-то люди. То людям приходит, да, вдохновение какое-то, это Кришна проявляется таким образом. Вот. Ну и можно понять, что если такая личность пишет, что даже как бы это красиво не выглядело как бы гениально, да, не казалось. Все гениально, это, Кришна говорит, отражение моих качеств, моей красоты в этом мире. Можно понять, какое сознание все равно вложено, да, в это между строк. Какое сознание вкладывается. Вот. И дальше говорится, да, что это вся эта литература, она сравнивается с помойкой, да, местом паломничества ворон, что это просто отбросы. Отбросы, хотя это могут быть какие-то там блестящие, красивые, да, стеклышки и прочие, привлекательные, но это все подобно отбросам. Но писания, которые прославляют Кришну, они не принадлежат уже к этому миру вообще. Да, Бхагаватам говорит, они не принадлежат к этому миру. Вот, и говорится, что даже форма не так важна. Даже по форме они могут быть очень просты, да, очень просты. Но по сути очень удивительны. И кто читал читание Чаритамриту, может, ну, вот этот опыт как бы вспомнить. То, что вначале там читание Чаритамриты очень сложные философские главы. То есть там вот описывается таттвы, как вот Рада Кришна, да, их отношения, спутники Господа. Очень сложная философия и тяжело даже понять, ну, так с первого прочтения что-то. Но когда читаешь, ты даже не понимая, просто чувствуешь удивительное счастье, духовное счастье, даже ничего не понимаем. Ну, все как бы об этом говорят, что нет такой личности, которая читала бы читание Чаритамриту или читание Бхагавату, не чувствую вот этого счастья. Шримад Бхагаватам, правда, мы читаем поначалу, может быть, как бы не вдохновляет, да, что тяжело тоже читать. Но Ачарья описывает, что это болезнь, наша болезнь, да, желтуха, авидия. И поначалу святое имя, да, и качество Кришны, описание ему кажутся горькими. Даже больной желтухой, даже сахаром кажется горьким поначалу, да. Но лекарством является принимать это. Этот сахар, есть просто сахар, и болезнь будет уходить, и проявляться сладкий вкус. Вот, и поэтому Нарада Муни, да, давая наставление Шри Ваисадеве, он говорит, что удовлетворение может принести только чистая, да, бхакти, которая
проявляется в форме отношений Кришны, живых существ, игры Кришны, описанием. Поэтому ты должен описать игры Кришны. И получается, что Шримад Бхагаватам, это комментарий его же автора, Исадева Навиданта Сутру. Поэтому наш сампрадай, как бы ачарьи, они не писали других комментариев каких-то. Хотя по канонам требуется, да? Каждый сампрадай должен писать, составлять комментарий на Веданта Сутру. Ачарьи не писали, потому что уже есть комментарий самого автора, Шрилы Исадевы. Вот, и этот комментарий, он удивительным образом, да, написан. Здесь говорится только о преданном служении. Сиддханта Сутра, эти афоризмы, их можно трактовать, как угодно, медитировать, говорится, на каждое изречение, каждое слово, думать, что оно значит, как и в зависимости от сознания, в зависимости от цели, человек, который читает, медитирует, она может проявиться. Каждый афоризм разный смысл, разные вещи. Но Бхагаватам, да, это комментарий с точки зрения бхакти. И что еще усиливает многократно, да, его славу, его воздействие, это то, что есть еще комментарий Шилбрупаны, да, чистого бренного, который усиливает эту бхакти, да, усиливает эту бхакти, то есть проявляет ее через свое сознание и излагает достаточно просто для нашего времени места и обстоятельств. И комментарии, они даже более еще ценны считаются, да, комментарии ачарьи, чем сами тексты, да, потому что они раскрывают для нас понимание, да, Кришны, отношения с ним очень доступно. Вот, и сейчас существует такая проблема, да, в обществе преданных, что многие преданные, они мало читают книги Шрилы Прабхупады, много читают что угодно, да. Вот, если посмотреть, и слушают тоже очень много лекций разных. Многие вообще не слушают Шрилу Прабхупаду, никогда не слышали, что очень печально. Вот. И эта проблема просто из-за избытка информации в настоящее время, да, сейчас. В наше время переизбытка информации. То есть информации столько, что уже ее тяжело воспринять, и из-за этого, если мы не имеем правильного понимания, подхода, да, к чтению, что читать, как читать, мы можем быть сбиты с толку. Почему это происходит, да? Читают разные книги. Потому что все хотят что-то интересное, да, получить, что-то вот интересное, или, говорят, глубокое, что-то такое, вот более глубокое надо. Вся глубина, она присутствует, как бы, книга Шрилы Прабхупады, безграничная глубина. Но хочется как-то, да, что-то интересное, что-то глубокое. Это, говорится, анартха гьяна миша бхакти, да, желание вот добавить к бхакти какую-то примесь гьяны, что-то вот такое. Она уводит от чистого преданного служения на самом деле. Вот. И мы должны понять для себя, каждый, да, преданный, что главная цель чтения, и вайшнавы, они занимаются не просто чтением, а молитвенное чтение, да, отношения с Богом. Это не получение просто интеллектуальных каких-то познаний, какой-то информации интеллектуальной, обогащение, да, своего интеллекта.
Это как сказать, это проводник, да, шастры, священное писание. То, что меняет наше сердце, то, что меняет наше сердце. И наше чтение – это попытка изменить наше сознание, попытка изменить сознание. Вот. И обрести одновременно с этим понимание, понимание философии. Но мы должны позволять трансцендентным словам проникать в сердце, проникать в наше сердце. Вот. И для этого не нужно искать, да, что-то интересное, нужно просто, как говорится, наслаждаться этим чтением. Конечно, мы должны изучать это подробно. Но суть в том, что вот дать возможность этим словам проникнуть в сердце. Во Вриндауне одна преданная живет из Петербурга. Сатья, Мадхаджи Сатья. Она уже лет под 80, наверное. Она уже там давно живет, около 10 лет. И она каждый день по несколько часов читает Бхагаватам. Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Ученица Гопала Кришна Госвами. Гуру Махараджи сказал, читай просто. Это твоя практика. Она уже несколько десятков раз перечитала вот книги Прабхупады. И она очень простая женщина, то есть она такая очень простая. Вот, но кто вот ее знает, они понимают, да, что вот, это святая личность, действительно. И она вот действительно наслаждается, и вся философия же, ну, понятная она. Может, как вот речь, как поток ее. Хотя она говорит такой очень простой речью, такой вот не академической, не художественной. Но Кришна, как бы, ее сердце вселяется. Она просто вот это наставление восприняла. И ничего не интересного в этом мире, кроме Кришны. Ничего не интересного. Как она будет жить? На что? То есть ее сердце изменилось, да, она дала возможность вот этим словам проникнуть в наше сознание. И мы должны делать то же самое. То есть не просто думать, что прочитать какой-то объем, как-то изучить. Мы должны наше чтение, это общение с Кришной. Бхагаватам, да, сам Кришна в Кали-югу, говорится, проявляется Бхагаватам. Вот. Бхагавад-гита также. Вот, Шрила Прабхупада вот рекомендовал, да, читать «Нектар преданности», Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, читать Чаритамриту. Говорил, что, ну, вот этого достаточно для обретения чистого преданного служения. Это не значит, что запрещается, как бы, читать другие книги. Нет. И книги Бхактивинода Тхакура очень хорошие, и все, но вопрос в том, что какова цель. Какова цель, мы должны понять, что это мы берем. Какова цель, если просто что-то как-то подумать, да, что-то будет глубоко, или как-то интеллект свой добавить, да. То не стоит этого делать. У нас это помогает, как бы, понять, помогает нам измениться, да, помогает нам лучше воспевать, внимательно спевать это имя. То, конечно, мы должны это делать. В правильном сознании. И также книги Бхагаватам, как Кришна, он также и не отличен от Шрилы Прабхупады одновременно, да? И Шрила Прабхупада, уже когда он оставлял тело, уже в 77 году, он несколько раз говорил, что мне нечего больше нового сказать. Все, что должно быть сказано, я выразил в своих книгах. Теперь пытайтесь понять это и прилагайте усилия к этому.
Вот, и читать нужно каждый день. Каждый день. Это подобно пище, да? Подобно пище для нашей души. Как мы едим для того, чтобы жить, да, возможно, жить то. Мы читаем для того, чтобы жить, тоже жить, могли жить. Вот, и была одна история в Джаганатапуре. Джадеу Госвами, у него была жена Падмавати, две. Джадеу Госвами, это тот, который написал нашу Аватара Стотру и много других стихов. Он Гита Говинду написал, которую каждый день поет в Джаганатхе. И он жил еще до Господа Чайтаньи. Он жил вот в Пуре. А его жена Падмавати, она была танцовщицей Девадаси в храме Джаганатхи в детстве. Некоторые там девушки, они танцуют специально для божеств. Специально для божеств их учатся. Танец посвящает Богу не просто, чтобы привлечь на кого-то, танцует для Бога. Она была такой Девадаси. Вот. И она была очень предана своему супругу. Была удивительный брак. Однажды ей даже Кришна явился. Но это другая история. Вот. И однажды она пришла, встретилась с царицей. С царицей Раганатпури. Там есть царь, царица. Вот. Царица, она решила так неудачно пошутить с Падмавати. Зная преданность, она хотела посмотреть, какие чувства проявит Падмавати. И она сказала, знаешь, что вот пришло вот сейчас известие, что твой муж умер только что. Твой муж умер. Вот. И Падмавати, говорится, что она почувствовала величайшую разлуку с Джадеу Госвами. В это чувство разлуки она схватила за сердце и упала замертво. Говорится, тоже умерла на месте. И царица, она была шокирована этим, позвала царя. Ты не знаешь, что делать, но уже все, как бы ничего не изменишь. И они пошли, царь сам лично пошел за Джадеу Госвами сообщить ему это и привести его. Ну и раскаялся как-то в этом, да, попросить прощения. Он пошел, рассказал об этом Джадеу Госвами. Но он очень удивился, что Джадеу как бы не расстроился, никак не отреагировал. Он сказал, а где она сейчас находится, где ее тело? Во дворце. Говорит, ну, пойдем туда. Вот, и они пришли. И Джадеу Госвами просто стал петь Гита Говинду. Стихи из Гиты Говинды, свои песни, которые проявились. И он там, говорится, что он там момент такой пел, где Кришна, он обращается к разгневанной Шримати Радхарани, чтобы привести ее к чувству, эти стихи. Что, любимый, оставь свой гнев, вернись ко мне. Вот. И Падмавати Деви, она ожила, да, была мертвая, ожила. Просто услышав, да, эту песню преданности, вернулась в сознание. Все были очень довольны, и все преданные, они как бы... Говорится, что они тут же вспомнили стих Шримад-Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам, о рассказах о Кришне. Шримад-Бхагаватам, этот стих, он в 10-й песне находится. Очень известно, его гопи поют. Тавакатхам ритам тапта дживанам кавипхиридитам калмаша апахам шравана мангалам шримададатам пхуи гринантие пхурида джанагам. Тавакатхам ритам тапта дживанам. Нектар твоих слов и рассказы о твоих деяниях, источник жизни –
для всех страждущих в материальном мире. Пересказанные великими мудрецами, эти повествования уничтожают последствия грехов и приносят удачу тем, кто внимает им. Эти рассказы, исполненные духовной силой, распространяются по всему миру. И те, кто распространяет это послание Бога, несомненно, самые щедрые люди в мире. То есть нектар слов и рассказы о деяниях Кришны – источник жизни для всех страждущих в материальном мире. Поэтому каждый день, чтобы жить, мы должны принимать, да, принимать это. Нектар и… Я уже говорил, да, что определенное настроение надо делать, определенное сознание, что вот это соприкосновение с Кришной и желание изменить свое сердце, изменить свое сердце. То есть мы читаем, нужно наслаждаться чтением Бхагаватам, Бхагавад-гиты, пытаться наслаждаться, по крайней мере, да. И мы видим, что, ну, это реально, что вот эта литература, это чтение, оно потихонечку уберет сначала наше невежество, а потом уже, ну, мы не сможем ничто другое читать, так как вот читать Бхагаватам, книги Чаричаритамриту и другие книги. Потому что это действительно нектар, да, и действительно будет проявляться, проявлять все вкусы. Так происходит. Так происходит, и многие преданные, они уже этому уделяют настоящее самое лучшее время и больше и больше времени каждый день. Вот, ну, еще одну историю расскажу про слушание Шриман-Бхагаватам. Это было во времена уже после Господа Чайтаньи, и ученики Шримананда Шринивас и Наратум Дас Такур, да, они распространяли, проповедовали. И у Шримананда был ученик еще один очень известный, Расикананда. Расикананда Такур. Вот, и они целые там страны, небольшие страны в Индии, да, царство обращали вайшнавов. Вот, Расикананда, он тоже при дворе на царя, который стал преданным, он каждый день читал Бхагаватам. И царь был очень хорошим преданным. Его звали Вадинатха Пханджина. И он каждый день уделял очень много времени слушанию Бхагаватам. Однажды он сидел, слушал Бхагаватам. Вот, от Расикананды Тхакура. И тут он увидел, что вошел его министр, который был его брат, Рама Кришна. И царь сразу засуетился. Подумал, что может какие-то там дела, что-то там надо. Как раз были какие-то административные вещи. Засуетился. Вот. И подозвал своего министра. Рама Кришна, он тоже был преданным. Он таким был очень преданным полностью. Хотя он исполнял, да, обязанности министра, он был полностью тоже погружен в практику саддана бхакти. Слушай, и ему не понравилось, да, что царь отвлекается. И он был братом, да, царя. И он подошел к нему и дал ему пощечину. Пощечину. Просто при всем собрании. И причем даже не пощечину, он просто так был зол, что это такое был удар, что царь упал с трона. Упал, скатился. И стражи, даже увидев, подумал, что такое, что типа покушать хотели убить. Даже Рама Кришна на месте, телохранители. Вот, но тут успел их остановить. Он немножко был
удивлен. И Рамакришна сказал: ты негодяй, ты просто негодяй. Вместо того, чтобы слушать об играх Кришны, ты, увидя меня, да, какого-то администратора, забеспокоился. И что удивительно, что царь, он как бы это принял. Ну, это не удивительно, в принципе, да, как он преданный. Сложил ладони и сказал, что это правда. И ты правильно меня наказал таким образом. Я правда совершил большой грех. Вот. И просто я подобен, да, собаке. Просто подобен собаке, что слушая, да, от Расикананды Бхагаватам, вот, я отвлекся. И говорится, что отвлечься, да, от Бхагаватам и слушать что-то другое, это подобно, и думать о чем-то другом, это подобно тому, что перестать пить нектар и начать пить яд. Вот. И поэтому я перестал обращать внимание на послание Кришны. И поэтому ты спас меня. Ты спас меня в этот момент. Спасибо тебе. Я понимаю, что ты делаешь это из любви ко мне. Такая была ситуация. Ее записали. Да. Как определенное наставление, да, всем вайшнавам. Что преданные могут таким образом спасти, да? Таким образом помочь. Вот, ну, суть в том, да, что мы должны понять. Это необходимо для жизни, да, для духовного выживания. Слушание Шримад Бхагаватам, именно слава личности Кришны, потому что нету, коллегу говорит, что нету, ну, слушать это надо от чистого преданного, конечно. Самое лучшее слушание от чистого преданного. Но когда мы читаем и слушаем Шрила Прабхупаду, тоже слушание от чистого преданного. В Кали-югу нету более возвышенной духовной практики, чем воспевание стоями и слушание Бхагаватам. И Господь Чайтанья в беседе с Рамананда Рая пришел к этому выводу, да? Он спросил его об этом, какова наивысшая, да, духовная практика. И Рамананда Рая приводил разные аспекты. Наша Мадхарама, выполнение своего долга, проведение жертвоприношений, прочее. И Господь Чайтанья отвергался, и в конечном итоге Рамана Рай сказал, что слушание на Бхагаватам чистого преданного единственное для Кали-юги средство изменить сердце. Вот и поэтому все ачарьи не прославляют эту практику, прославляют сам Бхагаватам. Бхагаватам, он проявился, да, в Кали-югу. Кришна проявился таким образом. Вот, и вот эта ситуация, что сейчас мы читаем, да, что описывается, это определенная лила, да, проявление Бхагаватам, чтобы можно было больше понять, раскрыть его. Сущность его отличия, трансцендентное отличие, да, от всего остального в этом мире. Вот и мы можем это понять и начать тоже свой баджан, да, свое поклонение Бхагаватам. Для того, чтобы наше сердце тоже изменилось в конечном итоге. Харе Кришна. Да. Кришна, большое спасибо за лекцию. Можно чуть поточнее немножко развернуть вопрос о том, как именно раскрыть свое сердце для того, чтобы получить это знание? То есть, вроде, вот, ну, моя ситуация, да? Когда читаешь,
чувствуешь, что да, очень хорошо становится, действительно тебя вот, вообще все остальное не волнует моментально, как только начинаешь читать. Но заставить себя сесть за чтение, хотя это приносит удовольствие, будем так говорить, да, то есть, и плюс войти в сознание, что удовлетворяет Кришну, да, то есть в это, вот как вот в это войти в сознание, как вот в условиях такой вот очень... Когда мы работаем, еще что-то делаем, когда там ум туда-сюда мечется и все такое вот. Какое практическое, вот, чтобы легче было как-то вот пытаться что-то прямо вот по пунктам, чтобы было понятно, должен сделать то-то, 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 тогда у тебя будет постепенно продвижение. Вот. Спасибо. Практически нужно молиться Кришне в этом. Ну, есть какие-то технические вещи, но я бы не хотел как бы их приводить, да. Потому что технически, ну, у каждого может быть, да, там вот как есть это, ну, типа, Госвами Махарадж читал, да, давно еще этот семинар «Семь привычек» человека, достигшего, да, это, который достигло совершенства, что там как все планировать надо, да, свою деятельность просто, это технические моменты. Но технические моменты, они не будут работать, если... Наше сознание как бы привязано к материальным каким-то вещам и какой-то вкус. Вот, хотя они тоже применимы и очень неплохо. Да, и какие-то вещи тоже применить, ну, свою жизнь построить, да. Это гуна благости. Гуна благости. Подняться мы должны, чтобы все у нас было, ну, размерено, да, расписано. Вот, но... Суть в том, что даже гуна благости, она духовного вкуса не дает, да? Это определенная среда благоприятная, определенный такой разгон. Она не даст духовного вкуса. Вот, поэтому две вещи – это изучать, обсуждать, да, присутствие серьезных преданных в Священном Писании, получать их вкус, да, который будет передаваться, желание уже измениться. И второе еще – это молитвенная практика. То есть я вот, какая-то сила, да, Арджуна говорит, что вот я вот вроде хочу и знаю, что хорошо. Я знаю, что хорошо, да, читать Бхагавату, что в этом есть вкус, но какая-то сила не дает мне этого делать, да? Какая-то против моей воли даже. Конечно, говорит, что это вожделение. Вожделение – это не обязательно, да, сексуальное вожделение имеется в виду. Это как категория, да, вожделение. Это любовь к Богу. С прикосновением с гуной страсти трансформируется вожделение. То, что мы хотим наслаждаться, да, отдельно от Бога, чувствовать себя Богом. Вот, и мы думаем, что вот это не будет наслаждением, да, не будет наслаждением, вот это чтение, ну, вот именно в аспекте моего тела, да, грубого, тонкого. А что другие вещи какие-то будут наслаждения, они мне более поступны, понятны. И я как бы поэтому... Это не обязательно как-то может так вот ярко проявляться, это может быть, ну, очень незаметно какой-то обман такой, иллюзия определенная входить. Это мешает, и мы должны молиться Кришне, потому что сами мы, у нас нету сил противостоять тому вожделению. У нас есть, это возможность прилагать усилия. Приложение усилий, да, в духовной практике, это имеется в виду не механические приложения усилий, просто вот я механические, хотя тоже очень хорошо в каких-то вещах делать что-то механически, как, например, Шрила Прабхупада, да, ученик спросил, вот я не понимаю, зачем кланяться, и Прабхупада сказал, ну, ты просто кланяйся, продолжай, и поймешь во время, как это принят осознание благодаря деятельности в преданном служении. Но если эти усилия будут наполнены сознанием определенным, это будет лучше. И мы будем развивать отношения с Богом. И молитва практика, что я могу общаться с Богом, сказать, что вот Господь, я вот такой, в таком положении нахожусь, что вот не могу, смотри, вот не могу. Я считаю себя преданным, считаю себя хорошим преданным. На самом деле я вообще не преданный. У меня нет желания даже вот соприкоснуться с тобой, как-то посвятить время тебе. Но другим вещам я с удовольствием, да, предаюсь.
этим я не хочу предаваться. Господь, пожалуйста, помоги. Помоги мне. Только ты сможешь как бы изменить это я. Вот моя несостоятельность перед тобой кладу. Там видно. Мы видим, что раз за разом, как бы, раз за разом будет происходить, что Кришна будет, где Кришна будет находиться, там вожделение будет уходить. Где есть Кришна, нету Майи, да? Наоборот. Нужно таким образом действовать. Мы видим, что если мы искренне будем просить, то у нас появится как бы возможность, как нам будет легко это делать со временем. Это касается также оставления дурных привычек, да? Оставления дурных привычек каких-то. То есть, например, я могу там смотреть фильмы всякие или играть в игры компьютер, ну или что-то в этом роде, да, какие-то такие привычки. Вот, ну, даже тоже молиться. Кришна, вот смотри, какое обрядное, что я понимаю, что это ерунда, да, что в этом, ну, ничего я от этого не получу. Но я себя обманываю, как бы, и не могу, как бы, я вот это делаю. Что сила инерции тела, мы можем это делать, да. Молиться, мы видим, что сила появится, что и не только сила, но и вкус, да, дается, что оставить это очень легко со временем. Но мы должны искренне, да, раскаиваться в такой деятельности и просить, да, такой деятельности. Ну, таким образом будет изменение происходить в нашей жизни. То есть мы увидим, что нам это станет, ну, легко как бы сделать. Да. Да. По поводу чтения в метро, да, ну, потому что бывает, что на дорогу много времени ходит, как бы, ну, его жалко просто так, что он может. Ну, стоит ли читать Бхагавату в метро или лучше что-нибудь другое? Ну, это зависит от личности, от какой-то личности. То есть, если, ну, вы нормально чувствуете и понимаете, то да. Если как бы нет, то может что-то другое, можно просто повторять там свое имя. Но в принципе это нормально читать метро. Что-то неуважение? Нет, нет, нет. Оскорбление, это очень хорошо. Очень хорошо. Многие преданные, которые там на работу далеко ехать, они читают в метро практически. И уже, если из года в год, они уже привыкают к этому. И уже, я знаю, на такое время он читает в метро, и уже даже в другом месте ему тяжело уже читать. Настолько настраивается, как бы, даже привык, что погружается. Да. Молитвенное чтение отличается от внимательного чтения, особенно Шримад Бхагаватам. Молитвенное чтение, ну, немножко говорил об этом в лекции, то, что внимательное чтение может быть с неправильной мотивацией, например, мы можем читать внимательно, но просто желаем какой-то объем вот сегодня поглотить, да, вот, или информацию какую-то из речи получить, чтобы просто как информацию, не просто как вот что-то, да. А молитвенное чтение, то, что мы желаем изменить сердце, вступаем в отношения с Богом, И чем отличается то, что мы читаем, да, и какой-то момент мы чувствуем, что вот как-то вот пробивает, да, вдохновляет нас, и мы можем остановиться на этом, да, помедитировать над этим вот изречением, из комментария, из шлока сама. Остановиться, что вот, и применять, да, это в жизни, потом. Вот, ну, также молитвенно мы можем прославлять Кришну и прославлять, да, Шиварупаду. Как они воздействуют на нас. Ну, то есть разница в том, что, ну, именно сознание подхода, что мы поклоняемся Бхагаватам, желая изменить свое сердце. Ну, просто как вот очередная какая-то книга.
к общению с Богом. И каждый может как личность иметь свои отношения с Богом, да, по-своему общаться, по-своему молиться. Вот, ну именно вот Кришна, переход в сердце, да, шастра, переход Кришны в сердце наше. И это отличается тем просто чтением, просто вот какой-то объем я вот прочитаю, вроде все выполнил, да, на сегодня свою часть садхана. Это отличается на самом деле, потому что даже чуть-чуть небольшие усилия в этом, да, они как бы дают вкус, потому что мы общаемся с Богом, мы осознанно общаемся. Хотя мы и так общаемся, но неосознанно и осознанно в разные вещи. И мы можем почувствовать сами на своем пути. Грандара Шримад Бхагаватам Ки Джая Шри Прабхупада Ки Джая Тхагур Премананда. Спасибо.